Ребята, здравствуйте. Сегодня для занятия вам понадобится вот такая заготовка. Что здесь нарисовано? Домик. И кто еще? Зайка. Зайка и домик. У вас может быть нарисовано кто угодно. Любой зверек. И обязательно домик. Зайка не может добраться до своего домика, потому что ему не почем идти. Я предлагаю вам ему помочь. Для этого мы возьмем краску. Какого цвета у меня краска? У меня зеленая краска, потому что это будет лесная тропинка. Вы можете взять коричневую краску, если это будет какая-то дорога. Пальчиками, как мы с вами уже умеем, окунаем пальчик в краску и нарисуем для зайки дорогу, чтобы он мог добраться до своего домика. Она может быть прямая, ровная, а может быть извилистая. Как хотите. У меня получилась вот такая дорога. Мой зайчик теперь сможет добраться до дома. После того, как вы нарисуете дорогу для зайчика, вы можете вокруг нарисовать что-то еще. Представить, где он у вас будет идти. В городе, или в лесу, или где-то еще. И присылайте обязательно свои рисунки. Пока!